Был момент у меня в этом году, что познакомился я с водителем скорой помощи буквально на трассе. И он попросил меня по возможности вырезать изо льда машину скорой помощи. Ну, это может быть и в шутку прозвучало, но у меня эта идея как бы закралась, и я решил ее воплотить. Но тоже я долго думал, как это все сделать. Не сделаю же я там реанимобиль какой-нибудь. А нашел в мультике, это Маша и Медведь, у них была там скорая помощь, это марки УАЗа. И вот решил ее как бы воплотить в жизнь. А потом сфотографировать и отправить этому водителю скорой помощи. И такая как бы моя, ну какое-то мое маленькое спасибо вот этим людям, которые творят вот это добро в это непростое время нынешнее. Вот и думаю, что все удастся.